стадиона. Тренер Галя — это собирательный образ. Шо? Всем привет, с вами тренер Галя, и это мое шоу. Тренер Галя. Так как разминка — это неотъемлемая часть любой тренировки, то я решила уделить ей отдельный выпуск. Поэтому сегодня я вас научу правильно делать зарядку. Ее нужно выполнять сверху вниз, чтобы постепенно размять все группы мышц, если они у вас, конечно, есть. Приступим. Тренер Галя, я не буду демонстрировать прям все упражнения из разминки, а уделю свое внимание на более важные и сложные в исполнении элементы. Но перед тем, как начать разминаться, нам нужно отогнать всех нежелательных насекомых и людей. Отвлеклась. А теперь перекат с одной ноги на другую. Fatality. Давай, давай. Я тоже размялась. А следующее упражнение отлично подойдет для спины и сделает вашу осанку еще прямее. Для этого нам понадобится коврик. Хоть я и сказала, что это упражнение для спины, оно также хорошо воздействует на все группы мышц. И вообще, если вы будете выполнять каждый день всего лишь это упражнение, то вам не придется торчать в спортзале по 2,5 часа и изнурять себя тренировками. Ведь это упражнение придаст вашему телу спортивный вид. Все очень просто. Берем коврик, ложимся на него, и все. Вы великолепны. Приседание с прыжком разогреет все наши мышцы ног. А после всех наших упражнений нам нужно восстановить дыхание. Поэтому мы сделаем дыхательную гимнастику под названием «Рейтинги Дружко Шоу». Резко поднимаемся и скатываемся. Готово. Мы отлично разминулись и теперь можем приступать к самой тренировке. Поэтому скорее нажимай на мои предыдущие уроки спорта. Нажимай, нажимай. И на канал Чмошница Дарь подпишись. Пожалуйста. Пока. Вы великолепны.